стоим вот здесь. Девчонки здесь наши. Вот, значит, вход центральный получается. Вот. Еще вход вон там. И вот здесь всякие строительные принадлежности. Спасибо большое. Спасибо. Давай скорее. А вот спасибо. Приезжайте туда к нам. Да, у нас немножко плохо. Мы только первый раз здесь. Да, красиво у вас, собачка. Жарко ей, бедная. Вот наши постоянные помощницы. Ребят, приглашаю всех и призываю, помогайте приюту, отдавайте свои ненужные вещи. То, что у вас завалялось в доме, вы, скорее всего, даже не знаете, когда вам отнести на помойку. И сможете ли вы это сделать? Отдавайте в приют. Там пригодится все. Собак 2000 и 200 кошек. Такие вещи, как вы отдаете, на помойку нельзя относить. За шланг отдельное спасибо. Надеюсь. Спасибо, Марина. Пару мешков опилок. Много медикаментов. Продуктов. О, Дымочка пришла. Дымочка, иди сюда. Эй, собака. Собака. Очередная посылка. Собираемся ехать в приют. Вот такой шланг. Большой, целый, хороший. Еще раз здравствуйте. Что вы тут нам понавезли? Интересного. Большую кучу лекарств. О, это хорошо. Очень много. Аблистабон. Хорошо. Там это взяла, маркировка оторвана. Это хорнон хороший. Вот они две. Шланг. Там это внизу, как ее... А вот это опил. Трихопол, ага. Там еще что-то. Опил. Все, сейчас разберем, да. Ну что, просили, трихопол. Я поняла, это да. Не знаю, что, а здесь вот глюкоза внизу аккуратно. Хорошо, ага, сейчас соберем. И в первую очередь она должна быть с первого. Ага. Он шестого. Да, Маша. Это что, это не шоколад? Ну, там всякие крупы там еще. А, ой, масло я где-то засунула. Тань, вот там, где ты стоишь, там масло сейчас выпадает. Нет. Вот эти три бутылки масла по ценам. Так, ребята, нам привезли небольшую помощь, корм для малышей. Ребята, дай вам Бог здоровья. К нам приехал Артем со своими друзьями. Именно для малышей. Еще девочки приехали, тоже привезли нам. Артем, с друзьями. Представьтесь, ребят, пожалуйста. Только громко. Катя, Саша. Наталья. Наталья. Аня. Настя. 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 Настя.
Валентина. Спасибо. Ну что, ребята, рассаживать молодняк надо. Сделали один вольер. Завтра закончим второй. Завтра закончим второй. Ты что, купаться собрался, парень? И это... Ой, молодец какой. Молодец какой. Тихо, тихо, ты хоть не подходи сразу, посмотри. Смотри, что делается. Маленький, дайте мне овчарочку сфотографировать. Вот, чисто овчарка. Маленький, кто это? Девочка.